Привет. Всем привет! Мы обещали показать парк для кошечек. Идем показывать парк для кошечек. Здесь фуникулерчики, на которых мы катались. Если кто-то видел видео или увидит, не знаю, в какой поочередности оно будет выходить. Утрица, вот, да? Вот. Табличка. Табличка? Парки, да. О, идем мы еще посмотрим. Рыбки здесь плавают. Здесь такое. Парк такой красивый. Здесь рыбки должны быть. Карасики цветные. Я хочу поближе подойти. Так. Где? А, они возле вас. Я не туда пошла. Черные, да. А вот смотри, лежат три штучки. А, их много, смотри, много их. Спрятались под камешками. Китечка водичку пьет. Вон, смотрите, сколько кошечек бегает. Куча кошечек. Они, наверное, ждут, чтобы их покормили. А вы стоите, смотрите на них. Кися. А вон там, вот за заборчиком, уже такое место обитания для кошечек. Красные эти классные карасики. А уже не видно, нужно поближе подойти. Ну, пошли покажем парк. Вот такое место для котиков. С игрушечками, домики разные. Здесь кормят их, ухаживают, отдыхают они. А? Нет, просто здесь любят животных. Да, я тоже. Я не пойму, они все спят или не? А, они все повыходили на прогулочку. А вон их сколько. Здесь, короче, релакс-зона. Кошачья. Садишься себе на скамеечку. И гладишь котика. И с кошечкой играешься, да? Кися? Вы здесь все такие пузатики. Совсем не боятся людей. Наверное, больше ты боишься его. Ага. Ну что, идем дальше? Ага, у них такие стеклянные глазки. Глазки. Ага. Ну, видишь, здесь животных любят. Кормушки для них здесь есть. Они здесь добрые, не злые. Ага. Пошли.